Перечень вариантов использования регионального материнского капитала расширен. Теперь его можно потратить на лечение, реабилитацию и другие нужды ребенка. Кроме того, глава региона дал поручение профильному департаменту рассмотреть возможность выделения окружного материнского капитала за третьего и каждого последующего ребенка в сумме 366 тысяч рублей. Речь об этом шла накануне на очередном заседании администрации Ненецкого округа. Получение ребенком платных медицинских услуг, санаторно-курортного лечения, приобретение товаров и услуг на реабилитацию детей-инвалидов, а также компенсация затрат на текущий ремонт. Таков обновленный перечень финансовых возможностей, которые теперь предоставляет материнский капитал окружным многодетным семьям. Вместе с тем предложено усилить контроль за целевым использованием этих средств. Одновременно вносятся изменения в части того, что во всех порядках, обозначенных в 254-м П, должны получатели окружного материнского капитала предоставить свидетельство о государственной регистрации на те расходы, которые они понесли, например, транспорт после приобретения в течение 6 месяцев, гараж в течение 6 месяцев и баня 60 дней. Также предложено внести поправки в правила о приобретении транспортных средств на региональный материнский капитал. В частности, если многодетная семья решила приобрести лодочный мотор, то он должен быть только новый. В свою очередь, губернатор выступил с предложением пересмотреть условия выделения регионального материнского капитала. Так он поручил профильному департаменту рассмотреть возможность выделения регионального капитала многодетным семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Мы не рассматривали вопрос, чтобы мы третьего и дальнейших детей тоже дополнительно стимулировать, чтобы за четвертого ребенка, за пятого мы тоже региональный капитал предусмотрели. Но мы можем рассмотреть этот вопрос. Это нужно рассмотреть. И когда мы говорим о национальном проекте демографии, вот это должно было быть первым вашим предложением. Не 3 миллиона рублей, что вы проведете агитационную, значит, работу, а вот это вот будет действительно стимулировать женщин более уверенно смотреть завтрашний день. Сейчас материнский капитал в Ненецком автономном округе составляет 366 356 рублей. Право на его предоставление возникает однократно при рождении, усыновлении ребенка, детей, имеющего гражданство Российской Федерации у граждан России, проживающих на территории Ненецкого округа не менее 3 лет до рождения или усыновления ребенка. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».